Ну вот, смотрите, поменял я камеру, вставил ее, надо будет ее герметиком еще заделать, которая камера идет в комплекте, соответственно, оригинал за 13 тысяч можно ее продать потом. Вся проблема в том, что она 6-вольтовая, поэтому нет сигнала и очень плохое изображение. Здесь так вроде сомкнул все, здесь в этом блоке взял два провода, один желтый, другой черный, вывел его на тюльпан, а напряжение 12 вольт через этот переходничок подсоединю потом к датчику, не к датчику, а это как заднему ходу 12 и это вольт и земля. Весь кайф в том, что не надо будет протягивать лишний провод, не снимать крышу там, все это ахинею. Вот, а сейчас, соответственно, вот эти клепки надо снимать очень аккуратно. Снимал, все равно штук 5 испортил. Поеду в магазин искать что-то подобное. Все, удачи.